А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш. Мы продолжаем играть в SnowRunner и проходить карту Северная Каролина, которая пройдена на 72%. Итак, что мы сейчас делаем? Я думаю, что мы сейчас пойдем в гараж, заправимся, потому что у нас 246 литров, а поездка нам предстоит достаточно длинная. Поэтому я предлагаю сесть в гараж, отремонтировать подвеску, ну и заодно заправиться, чтобы мы могли нормально кататься, потому что нам нужно будет сейчас за средними досками лететь, а за обычными короткими досками, потом отвезти среднее, забрать запчасти для машин и поехать обратно, так сказать. Короче, дорога не близкая, поэтому нужно сразу все сделать быстренько и качественно, чтобы не получилось так, что у нас не будет хватать топлива. Я в гараже вот заправлюсь, не с цистерны, чтобы подвеску нам сделать. Потому что подвеска как бы убитая, и хочется ездить на нормальный. Гараж. Прям указатель гараж. Открепить. Эвакуация. Принять. Покинуть. Задом, кстати, нормально хавает, да, 3,5 литра. Может, нам нужно задом грузы возить? Так, стопы. Время позднее. 6 утра. Ой, не туда. Фары. И полетели за дровами. Нужно будет сейчас ездить, заправить этот. Как его зовут, генератор этот заправить нужно будет, чтобы можно было им нормально пользоваться. Это, по идее, у нас сейчас эта миссия, буквально, наверное, еще одна-две будет здесь. И мы перейдем на соседнюю карту. Понятное дело, что потом тут еще какая-нибудь миссия появится, плюс у нас там одна по ремонту антенн есть. На этом, не на равнинах, как она называется, ну вы поняли, там где погрузка дров у нас. Короче, работы хватает. Но быстрые проценты как раз пойдут, когда мы начнем залив по онлайн делать. Потому что там у нас поручений очень много. О, блин, а нам же средних, зараза. А я что-то посчитал, что средние и обычные у нас будет 5 мест. Блин. Мы тогда одну среднюю на кран берем. Так, тут нужно среднюю сначала загрузить. Одно, потом короткие. Так, коротких сколько? Раз, два, три. Есть. И одну среднюю сюда.
одну на кран и потом перегрузим. Ну, естественно, погрузка у нас тут стандартная. Так, главное кран ровно поставить. Так, нет, это не катит. Должно упереться. Древеняка. Так, ну, здесь как бы все и так понятно. Тут мы выйдем через кусты, и нам нужно будет отправиться фиг знает куда. То есть нам нужно будет вот сюда, возможно, по железке попрем. Ой, фига себе повернул, надо отцентровать как-то. Вот, и потом... Да что ж такое. Ну, сюда, наверное, не лучший вариант. Поедем, короче, вот сюда тогда. Потом вот сюда, до хаты. Потом обратно этой же дорогой. Так, ну тут не спуститься, поэтому сюда, естественно. А и по железке или не по железке, на погрузку. С погрузки нам, естественно, куда? Куда-то вот до сюда. Потом на железку. А тут нам нужно будет свернуть вот сюда. И потом вот сюда. Как-то так. Короче, маршрут построили, можно ехать. Ой, поворачивать надо. Фига себе, зацепился. Думал, не зацеплюсь. Налево, не видно куда, но норм. О, первая кровь. А, не-не-не-не-не-не-не. Или ладно, фиг с ним, раз поехали, то поехали. Ой, спуск такой. А, не, нормальный. Думал, крутой спуск, тут сейчас будет, будем прыгать. Но прыгать не пришлось. Так, давайте разочек попробуем проехать вот сюда. По всем этим правилам. Как мы катались в обратную сторону, посмотреть хоть, что из этого проезда может получиться. Тут против течения, наверное, будет не сильно удобно ехать. Но ползет. Против течения ползет. Нет, не ползет. Главное, что с места может тронуться. Это реально самое главное для нас. Кустики. Дерево. Прозрачное, отлично. Тут нифига не видно. Но предполагаю, что нам куда-то сюда. Шикарно просто. Так, ну и тут по железке сейчас проедем. Чтобы на асфальт не выезжать, а там по луже по той не ехать, которая у нас будет по пути. Наверное, проще по железочке. Но залив по онлайн, я думаю, что в первую очередь нам нужно будет ремонтировать этот, как его зовут, паром и мост. Или вообще в первую очередь паром, а потом мост. Хотя паром, мне кажется, будет, наверное, в последнюю очередь доступен. Потому что он до сих пор не доступен нифига. Там нужно ли по миссиям чекать, когда он откроется. Или еще что-нибудь, я не знаю. Так, какая тут дорога у нас будет, я без понятия, если честно. Надеюсь, что будет норм, но неизвестно. Потому что мы тут очень давно не ездили. Я здесь, по-моему, какой-то прицеп забирал когда-то. А, точно, для скаута тот. Который техничка. Блин, офигеть. По камушкам можно тут проскочить? Жесть, какая недорога.
Так, здесь направо. Дождик начался. Мне кажется, что это уже точка разгрузки у нас светится. 200 метров. В принципе, заправились не зря, потому что, смотрите, у нас уже топливо минус сотка. Как бы расход бешеный по топливу. Распаковать, упаковать, разгрузить, восстановить. Все, едем назад. Доехали, если честно, быстрее, чем я ожидал. Думал, будем ехать гораздо дольше. Тут раз-раз-раз, и мы приехали. Наверное, сейчас тоже немножко попробую объехать. Если, конечно, удастся мне это сделать. Ну, нормально. Сойдет. Можно было, наверное, справа пролезть. Тогда на этой луже справа проедем. Так, по железке тогда направо. Так, там непонятно, есть у нас проезд или нет, поэтому я сейчас тут влево вырулю. Потому что там между досками и контейнером, наверное, еле пролезем. И то, если вообще пролезем. Ого,
Водонагреватель. 5 мест. Так, запчасти для машины. 1, 2. Короче, по железке выйду. А, там у нас дорога есть, выезд. Норм. Думаю, тут можно срезать пару метров. Мне кажется, мы туда сейчас доедем, у нас останется, наверное, топливо литров 50. Когда доберемся до точки разгрузки. Урон. Ну, немного, нормально сойдет. Так, а здесь мы спускаемся на железочку. Вполне ожидаемо. Видя, как мы не зря отремонтировали себе подвеску. Автоматик. И предлагаю здесь остановиться на время. Так, вот куда мы будем выбираться отсюда? То есть нам отсюда выбираться некуда. Соответственно, я считаю, что нам в таком случае нужно сюда заехать к Интернешналу заправиться. Потому что выезд оттуда реально далекий. И как бы неизвестно, куда мы оттуда поедем. В какую сторону. И зачем. Поэтому я предлагаю сейчас заехать заправиться. И поехать дальше. Хотя, наверное, мне придется, знаете, куда ехать? За металлом, я думаю. Потому что металл-то с соседней карты нужно. Плюс нужно забрать эти, как их, круглые эти рулоны металла. Нужно будет с соседней карты забрать. Поэтому, скорее всего, придется ехать назад. Кстати, нужно будет чекнуть, сколько у него топлива. У него должно быть сколько там у нас генератор влазит? 1,5 тонны вроде бы, да? Но как минимум топливо есть. Это радует. Текстуры лагают. Но прицеп перепрыгнет, если что. Или стукнется. Нормально проехал. Точка разгрузки даже не светится, такое расстояние до нее. Так, вот здесь я, кстати, не помню, тоже ездил, не ездил. Может, в самом начале игры, когда мы проходили, когда карту открывали, возможно, тут катались. Ого. Так, тут, наверное, справа нужно.
окно тут тоже справа, наверное. Чтоб... Ого, больно. Чтоб по камушкам. Не, походу мы тут ездили. Что-то вот слишком знакомо выглядит. Все повороты максимально такие, чтобы можно было в них опрокинуть груз вместе с грузовиком. Бабах. Не, мягенько. Думал, сейчас... А, ну... Подумаешь, в другом месте тоже стукнулись. Как бы можем или там стукнуться. Блин, конечно, за подвеску обидно. Просто в хламину уже у нас. Так, миссия выполнена. В принципе, это было несложно. Так, что нам нужно делать дальше? Тут ничего нет. Ничего не забыли? Блин. Серьезно? Прикольно. Так, а что, у нас же что-то было или не было ничего подходящего? Тут же запчасти для машин, да? А, подожди, а прицеп-то здесь стоит. Ага, ага. Так, ну можно, в принципе, выполнить эту миссию. На чем-нибудь. Отлично, и прицеп прицепить можно. Замечательно, по расходу он вроде неплох. Так, значит, куда мы едем? Нам, получается, нужно сюда за барахлом. А сюда вот тоже за фигней, за всякой. Но я думаю, проще сначала сюда заехать и вернуться назад. Почему? Потому что тут... Хотя какая разница? А, так миссия, надо отслеживание. Принять. Короче, сюда, а потом как-то. Слушайте, ну мы через горы можем в теории, типа, быстро это сделать. Типа. Хм. Так, как мы поедем? Наверное, через верх. Там дорожка вроде адекватная относительно. Ну, зеркало даже есть. Офигеть. Кошак стоит какой-то на капоте у нас. 40 миль причем. Офигеть, вот это скорость. Блин, если бы я знал, я бы это все сразу с собой потянул. Что-то я не думал, что у нас миссия будет сюда же, куда мы приехали. Типа две лишних запчасти для машин можно было бы грузануть, и прицеп можно было подтянуть, ничего сложного. Сейчас приходится ехать еще раз.
Так, что-то я лоханулся с перекрестками, походу. Есть еще зеркало? А, есть. Все норм. То смотрю, что в том на капоте вообще обзор какой-то непонятный. Но это, видимо, чисто обзор на мертвую зону подходит. Хорошо идут на автомате. По-моему, даже передачу ни разу не сбросил. Так, тут левее поеду. Офигеть, этого дерева не видел, чисто случайно объехал. Бабах. Ну, странно, что нас кусты не побили, конечно. Но кузов весь такой ушатанный, мягко говоря. О! Вот, пожалуйста, пол подвески об кустике. Вполне ожидаемо. Придется дальше подвеску немножко экономить. Значит, пол подвески отбили за один раз. Дальше нужно за ней следить. Так, запчасти для машин. Раз, два. Есть. Летим дальше. Нет, стоп. Время надо промотать. Я там не мог зацепиться, там оставалось, я не знаю, расстояние было, по коллизии уже цепанулся. Наехал колесом, сломал бак. Где бак, где то колесо, которым я наехал. Капец. Интересно, в этом у нас будет так же или нет? Как его зовут? Дело в том, что лебедиться не за что. В этом, как его? В Expedition. Я думаю, да. Ну, там ничего не поменяется. Просто, типа, цель игры будет немножко другая и все.
Так по урону, я думаю, будет 100% все то же самое. Ага. Мощно. Я хоть туда поехал, нет? А, там тоже подъем был. Прикол. Кек. Как я его так пропустил? Интересно бы узнать. Как-то пропустил, не знаю как. Я думал, я там поднимался. Я почему-то думал, что это та дорога. Оказывается, нет. Интересно. Так, ну что-то откуда бы я выехал, как-то там выглядит все не очень. Так, это ж тут конченый спуск, по-моему, у нас. О, тут же у нас халявный ремонт вроде бы. Замечательно. Чпоньк. Отлично. Так, прицепить. Ну и все. Можно ехать дальше. Такое ощущение, что он с прицепом на повышайке стал ехать гораздо медленнее. Наверное, можно прямо проехать, чтобы не объезжать.
Напоминаю ту дорогу, которая ведет к заправке у нас. Такая же вся ухабистая и всратая. Так, как мы поедем? Поедем на железку или сразу по болотам наискось, по прямой? Но заправлять его не буду, потому что в нем не будет какой-то жесткой потребности. Поэтому заправлять его не буду, мы сразу поедем на разгрузку, нам должно хватить доехать. А что, финальную точку не поставил? Ну ладно. Физика прицепа чисто дальнобойщики 2. Дрифтерские. О, ожидаемо. Так, ну пока едет, едем, а вот тут уже нужно будет сейчас, наверное, подтыкать. Да. Ну, кстати, проскакали, по-моему, неплохо. Это уже все, выезд, да? Вообще, так посмотришь, скажешь, да тут нормальный проезд, быстрый. Да реально, вы же помните, как мы тут ездили. Сдох. Нет, полностью сдох. Получается плюс одна сюжетная миссия. Ну, кстати, вот эти вот сюжетные миссии некоторые, ну прям очень сильно они похожи не на сюжетные, а вот прям обычное поручение. Почему? Потому что, ну, смотрите, лагерь гидрологов доставить запчасти для машины тентованный прицеп. Но можно было это в поручение сделать, потому что, ну, на прохождение я лично понимаю, ну, вот, все основное, всю инфраструктуру какую-то, дороги отремонтировать, допустим, построить вон ту же АЭС, там электричество восстановить и так далее. А здесь к лагерю гидрологов, типа, черт его знает зачем, кому оно надо. А хотя в то же время дороги, ремонт дорог у нас зачастую в обычных миссиях. Хотя можно было бы в поручение запихать. У меня такое ощущение, что мы здесь раньше легче проезжали, а сейчас как-то едешь, буксуешь тут постоянно. Или мы всегда в ту сторону катались, поэтому было легко. Так, ну тут, наверное, буду прям по лужам ехать. Потому что тут устойчивость похуже, чем у Western Star. Зато диф работает отменно, потому что 8 колес сразу дает о себе знать.
Так, ну тут прямо. Как-то проползем, надеюсь. Ого. Хорошая ямка. Не думал, что там можно так застрять. Прицепчик. Супер. Так, назад. Сейчас заправлю сразу Western Star от себя, чтобы мы поменьше юзали с топливозаправщика топливо, потому что нужно будет оттуда слить на производство металла. Потому что нам этот маг пока что не нужен. Можно будет его тпкнуть в гараж. Так, заправить. Чуть-чуть подлил. Так, эвакуация, принять на стоянку, карта местности. Так, прыгаем на Western Star. Сейчас, наверное, выйду отсюда, а потом уже буду смотреть, что там у нас по миссиях. Хотя нет, давайте сейчас посмотрим. Мало ли чего там стоит ожидать. Так, но здесь как бы ничего не поменялось, здесь ничего не появилось. Тут у нас осталось пространство не здесь, мост не здесь, путь на остров тоже не здесь. Одна миссия, то есть, осталась у нас тут. Что нам нужно, собственно? Цементом, да? Два цемента. Два цемента. Ну, снова можно будет маг туда отправить, или я не знаю что. А рулоны и два металла мы сейчас притянем. Так, на карту мира чекнуть, посмотреть на Верохилл, сколько у нас тут барахла лежит. Он же напишет или нет? Ого. Рулонов 6. А, нам, наверное, какую-то другую карту нужны были рулоны. 100% нужны были на другую карту. Скорее всего. Скорее всего. Потому что там производство металла какое-то у нас напряженное, по-моему. Какое-то напряжное производство металла там. Ладно, фиг с ним. Летим назад. Будем ехать за металлом. Но все равно его больше не загрузим, чем нам нужно. Поэтому вы тут сами все прекрасно понимаете. Бабах. Так, нет, лучше по таким дорогам ехать нормально, потому что я не вижу, не могу контролировать камни все эти, чтобы понимать, будет у нас урон на подвеску или нет. Потому что подвески тут уже осталось меньше четверти. Ее нужно беречь, потому что нам еще ехать очень далеко.
мне, по-моему, дальше еще. Кстати, учитывая, откуда и куда нам ехать, может, нам будет смысл завести этот груз на Western Star, потом на нем же поехать за цементом, типа, чтобы сразу отремонтировать его по пути, чтобы он не стоял убитый. А куда нам это вообще все везти, кстати? К монументу, понятно. Как бы смысл вроде бы как есть. Так, полный вырубаю, пересесть. На обратную дорогу нам хватит. Бедный тронуться не может без полного привода. Но у него дорога в один конец. То есть он там чисто будет на металле у нас работать. Есть к чему цеплять прицеп? Есть. Отлично. Значит, проблем быть не должно. Так, теперь нам еще главное, чтобы Western Star нам в сраку не въехал ни разу. Иначе мы его уничтожим случайно. Отправляемся на Overo Hills. Так, этого, думаю, хватит. Поехали. Так, ну Western Star у нас не перевернется, а эта штука бензовоз, этот фиг его знает. Так что как-то едем сейчас пока что. Это что у нас? International? Посмотрю, что как раз на два колеса больше, чем у Мака. Ну так в целом похоже. Как две одинаковых машины. Обычно сделаю круг почета небольшой, чтобы по этим говнам тут не ехать. Проще прокатиться здесь по бетонным плитам. Замечательно, подъемчик. Сейчас посмотрим. Я думаю, может не вытянуть, конечно. Но вдруг повезет нам, не придется запускать движочек. Ну, отлично. То есть по сухому едет норм, по грязюке плохо. Тяжело ползет, но ползет.
На водичке бахнуть, пока едем. А то сегодня мы без кофе. Обсерватория. Так, а на автомате, может, чуть пободрее? Слушайте, ну, по-моему, есть разница. Так, ну, типа 15 миль плюс, на повышайке чуть меньше. Ну, сейчас еще упало на автомате. Почему-то. А, вторая передача. Короче, да, конкретно этой тачке на автомате быстрее выходит. Понеслась. Почти 20 миль было. Интересные зеркала, смотрите, просто в эти нам как раз. Во, шнаркеля в эти. Фильтры воздушные туда фигачат. Зеркало. Как раз их поставили, теперь там нет обзорности нормальной. Получается, если после этой миссии у нас ничего не откроется нового по миссиям из других двух разделов, то все. Или откуда еще? Ну да. То дальше у нас путь на следующую карту. Так, заеду, наверное, отсюда. А, тут и есть въезд. Ну, отлично. Так. В смысле? Че я Western Star не могу заправить? Во, теперь могу. Сейчас прицепчик заправим на полную. Заправить. Ого, насколько выше сразу стало, офигеть можно. Так, а сейчас нужно прицепить и запустить. У нас там, кстати, вроде бы на соседней карте есть там то ли металл, то ли производство, то ли еще что-то. В смысле? А, ты видели, оно просто не подсвечивалось. Думал, не работает уже. Так. Сейчас грузим и производим. Так, и тогда сразу металлическую балку загружу, а потом рулоны. Раз, два, три. Так, и произвести нужно одну металлическую балку. Есть. И погрузка. Загрузить. Чпоньк. Поднимаем. Фига себе повернулось как. Давайте крутить дальше.
Отлично. Все, теперь можно как-то разворачиваться потихонечку и ехать отсюда. Медленно как-то кажется. По-моему, у нас снова вечер наступил. Есть у меня такое подозрение. Не сильно как-то ползет на автомате у нас. Между контейнерами, наверное, проезжать не буду, потому что может металл у нас не пролезть. Так что попремся здесь, с краешку, чтобы сильно не буксовать. Хотя зато по кустам. Там, где нам может легко отбить подвеску все. Ну или здесь по камушкам. Но, по идее, максимум единичка будет. Так, фары горят, нет? Да, горят вроде. То и непонятно как-то по освещению в игре. Светят, не светят. Сейчас нужно будет вниз еще. Полный, наверное, сразу подрублю. И сразу, наверное, понижаечку. Хорошая ямка. Тут теперь главное как-то проехать. Столбик, извини. Слушайте, так, на чем мы так раньше не катались? Ё-моё. Чуть не перевернулся. Так, отлично. Проехали. Но минус 40 литров.
заправка по пути у нас будет. Я думаю, что на нее стоит заехать. На нее стоит заехать. Хотя, как бы мы не успеем этого сделать. Потому что, как бы, время нашей серии уже подошло к концу. Так что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш, и всем пока-пока.